И последний наклон. Отлично, молодцы. Теперь можете вытянуться всем телом, распрямить ноги и руки. Вытягивайте всю левую сторону как можно дальше. Почувствуйте, как расслабляются все боковые мышцы. Итак, в исходное положение. Затем по очереди сгибаем ноги в колени, сгибаем руки за головой, поднимаем лопатки от пола. На счет два поднимаем туловище, затем в исходное положение. Тянемся с другой стороны. Вытягиваться начинаем от бедер. Ну что, вы готовы к четырем подъемам? Тогда начинаем. Тянемся. И снова. Напрягаем мышцы. Еще разок. Ну что, решитесь на 8 повторов? Тогда вперед. Вверх. Напрягаем мышцы. Еще 4 подъема. Почти закончили. Ну и давайте еще сделаем 8 подряд. У вас найдутся силы. Вперед. Тянемся. Еще 4 подъема. Соберитесь силами. Осталось всего 2. И последний. Теперь можете спокойно вытянуться и расслабиться. Почувствуйте, как напряжение уходит из мышц. Затем осторожно согните ногу в колени и с помощью нее поднимитесь. Руки вверх и вниз. Мы с вами хорошо поработали. Дополнительная растяжка. Для этой растяжки вам понадобится полотенце. Пока просто положите его рядом с собой на полу. Встаньте прямо, руки спокойно опустите вниз вдоль туловища. На вдохе поднимите вытянутые руки вверх, затем опустите вниз на выдохе. На вдохе поднимите руки вверх. Сложите руки ладонями вместе и плавно согните на уровне груди. Опустите голову так, чтобы вы смотрели на кончики своих пальцев. В этой позе расправьте плечи. Почувствуйте, как напряжение уходит из области шеи. Сделайте глубокий вдох, а затем глубокий выдох. Положите руки на бедра. Медленно присядьте, не отнимая рук. Почувствуйте всю силу ваших квадрицепсов. Из этой позы вам нужно сделать разворот туловища так, чтобы голова смотрела через правое плечо. Чувствуйте, как растягиваются все мышцы шеи, трапециевидные мышцы и мышцы спины. Задержитесь в таком положении. Сделайте глубокий вдох, а затем глубокий выдох. И снова сделайте вдох. И выдох. Вернитесь в исходное положение. И медленно разверните волной все тело. Выпрямитесь. Поставьте правую ногу назад, образуя между двумя ногами расстояние в широкий шаг. Выверните бедра и присядьте. Почувствуйте приятное напряжение мышц нижней части живота и бедер, там, где расположены квадрицепсы. Задержитесь в этой позе. Сделайте глубокий вдох. А затем выдох. Снова глубокий вдох. И выдох. Теперь будем медленно опускать руки вниз. Затем отводить ногу назад, делая это как я. Обратите внимание на то, чтобы колено находилось на одной линии со ступней. Теперь опустите колено на пол и задержитесь в этой позе. Оставайтесь в этой позиции. Глубокий вдох. Выдох. Этот комплекс упражнений не менее важен, чем все остальные элементы. С его помощью мы сможем выйти на новый уровень нагрузок во время остальных упражнений. Прижмите ногу к полу, чтобы почувствовать, как растягиваются мышцы ног. Глубокий вдох. И выдох. Вдох. Выдох. Медленно подтяните правую ногу вперед так, чтобы стопы обеих ног касались друг друга. Положите ладони на бедра. Медленно распрямите тело одной волной. При вдохе поднимите руки вверх. На выдохе опустите. Снова вдох, поднимая руки вверх. На выдохе поставьте ладони вместе перед собой. Распрямите плечи. Дышим глубоко. Еще один раз глубокий вдох, выдох и медленно положите руки на бедра и согните колени. Перенесите всю опору на пятки, держите колени вместе. Медленно поверните корпус влево так, чтобы голова смотрела через левое плечо. Задержитесь в этой позе, почувствуйте, как напрягаются трапециевидные мышцы, шея и верхняя часть спины. Медленный глубокий вдох, выдох. Не забывайте подключать мышцы живота. Делайте еще один глубокий вдох и выдох.
Повернитесь прямо и медленно, грациозно распрямите тело одной волной. Теперь отставьте правую ногу назад, образуя между двумя ногами расстояние в широкий шаг. Выверните бедра, согните обе ноги в коленях. Почувствуйте приятное напряжение мышц нижней части живота и бедер, там, где расположены квадрицепсы. Задержитесь в этой позе, расправьте плечи. Глубокий вдох. Выдох. Снова глубокий вдох. И выдох. Медленно опускаем руки вниз, отводя ногу, как я. Колено находится на одной линии со ступней. Опустите колено на пол и задержитесь в этой позе. В повседневной жизни очень важно быть гибкой. Прижмите ногу к полу, чтобы почувствовать, как растягиваются мышцы ног. Глубокий вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Теперь медленно потяните правую ногу вперед так, чтобы стопы обеих ног касались друг друга. Положите ладони на бедра. Медленно распрямите тело одной волной. Расправьте плечи. При вдохе руки вверх, на выдохе вниз. Руки на бедра и немного согните колени, выгибая спину вверх. Нагнитесь вперед. Выгните спину. Затем поднимите голову вперед и выпрямите спину. Вдох, руки вверх. На выдохе вниз. На вдохе вверх. А на выдохе поставьте ладони вместе перед собой. Задержитесь в этой позе. Почувствуйте, как спадает мышечное напряжение. Распрямите плечи. И расслабьтесь. Теперь сядем. Ноги перед собой.